Дорогостоящее медицинское оборудование больниц республики должны ремонтировать профессионалы. Сейчас это не всегда так. Эту тему обсуждали на выездном заседании общественного совета при администрации главы Чувашии. Выездное заседание прошло на предприятии, основными направлениями деятельности которого являются ремонт и техническое обслуживание медицинской техники, метрологическая проверка средств измерений, розничная продажа медицинских изделий. Компания создана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения еще РСФСР и имеет ряд бессрочно действующих лицензий на несколько видов услуг. При этом в нынешних условиях компании трудно конкурировать с более мелкими, чей профессионализм иногда под вопросом, отметил руководитель предприятия. И предложил общественному совету рассмотреть возможность вести обязательную аккредитацию для специалистов отрасли. Этот вопрос представители совета обещали изучить. Кроме того, некоторые факты недобросовестного выполнения обязанностей и завышения цен на работу среди предприятий на рынке ремонта медтехники передадут в отдел по противодействию коррупции.